Жесть, ребята. Я, если честно, не знаю, что это за игры, конечно. Ах, ужас просто. На Бонике это просто что за лютая катка, я вообще не вкурил. Как это выиграть, я не понимаю. В общем, парни, погнали мы еще одну каточку, еще одну игру, говорит у нас Бальтазар. Давай сыграем. Ну, let's go, почему бы и нет. Давайте сыграем еще одну каточку. Сейчас посмотрим, что у нас будет, я опять за Бальтазара попадаю. Extend Liga Shuffle Players No Swap. Хорошо, я понял, No Swap. И, короче, XL-ка. XL-ка, обычная XL-ка заехала у нас. Ого, жесть у нас. На победку состав. Жесть, просто на победку состав у нас. Эльза, Бальтазар, я. Это просто жесть. Что за бред? Что за бред? Что как это вин? Это жесть. Так, ну что, будем что-нибудь веселенькое брать или скучненькое? Не знаю. Что-нибудь пофармить, как обычно, наверное. Что-нибудь пофармить. Не знаю, а что вы видели? Баратрум, Скорч, Сентинел. Идет как будто пик, а героев не показывает. Смотрите, ноль. Чего? Идет как будто пик, а героев не показывает. Типа, что напикали, то напикали. Что за бред? Я первый раз вижу такой мод, если честно. Это что за бредятина? Случайно выбрал Йорнера. Лол, на рандо. Короче, типа пик какой-то, но не показывает, кого берете. Шо это, как это, с чем это кушать, пацаны? Я, если честно, не в курсах. Ой-яй-яй-яй-яй. Я, наверное, в любом случае думаю, типа, кору брать. Ну, либо шишера давайте возьмем. Давайте шишера возьмем. На шишере, типа, в любом случае будет весело. GG. На шишере на четверке можно бы даже побегать. А, вообще изикатка должна быть. Шишер 4, это прекрасно, ребятки, это прекрасно. Ребятки, не забывайте про другие видосы, которые я делал с Бальтазаром. Их также можете в конце видео видеть, когда, типа, знаете, видос заканчивается. Там выскакивает такое окошко, можете нажать и смотреть другой видосик. Да, но это жесткая катка, которая была на Клингзе. Это прям, ну я не знаю, чуть-чуть, наверное, не хватило. То, что это в любом случае там не выиграли бы, мне кажется. Если бы я даже взял рапиру, ну убивал бы я одного, двоих, там, может, троих бы. Но что бы менялось, мы бы так бы стояли в хайграунде. Слишком как-то слабенько сыграли. Бальтазар вообще по рофлу сказал, играл, типа, ну, Magic Build по фану. Ну не знаю, не знаю, ладно. Фиг с ним, как говорится. Сейчас мы сыграем вот эту каточку. И пойдем отдыхать, ребятки. Не забывайте про другие видосы. Не забудьте поставить лайк, чтобы эти видосы тоже рекомендовались. Спасибо всем, кто смотрит. Как говорится, Гейл Хефе. GG. GG. Хефе. Хефе. Если честно, на Бонике можно было чуть лучше сыграть даже. Некоторые моменты такие, знаете, вроде как бы... Туда идешь, там... Опа, ну клок мешал на самом деле. Я бы, может, и лучше бы подцепливал всех. Лучше, но как получилось, так получилось, парни. Так, смотрите, что у нас получается. О-хо-хо. Нормально, нормально. На зацеп на меня там есть очень много зацепа. На самом деле, очень странная тема. По поводу вот этого мода, что мы не видим, что пикаем. Либо так на 83-й карте устроен. Если честно, максимально странноватая карта. Погнали на топ, парни, на топчик пойдем, да? Погнали на топчик. Давайте рейсипи Magic Wand возьмем. Magic Wand. Сразу, если что, стичок возьмем. 83-я карта, welcome, как говорится. Здравствуйте, я с 83-й карты. Жесть, на меня тут контроля очень много, на самом деле. Раз контроль, тут два контроль. Два, о, Том Че, почти как Том Хиллс, да? Как парнишка у меня есть на стриме. Не спонсор, ну, спонсор, да. Как-то был даже, по-моему, Том Хиллс светился в спонсорке. Красавчик ему, респект. Ребятки, всем спасибо за просмотр этого видоса. Всем спасибо, кто смотрит, кто лайкает, кто поддержит. Погнали дальше, должны сейчас подзадушивать. Сейчас посмотрим, что у нас. Что у нас будет? Джаггер, go вниз. Унка с топором. Если что, таракашек берем и душаем. Душаем. Я вижен даю. Вижен даю. Там. Ок. Maybe. Ок, maybe. Я под блочи, давай, если что, я на таракане убегу. Я убегу, если что. Хорошо. Найс, nice, я на троечку, походу, да? Класс. Не то, что я люблю, блин, я так... Если бы вы знали, как я люблю третью позицию, это просто жесть. Просто стоишь максимально аккуратничаешь и не фидишь, и все, и катку выигрываешь. Ну, на вивере соло дают, да, я так понимаю? Да, найс, nice, троечка, отлично. Так, берем стички. Сразу вот так вот. Вроде нормален, нормален. Сейчас посмотрим, что тут ребята будут. К сожалению, я не проблочил крипов, как обычно делают правильные троечники.
Правильные троечники обычно блочат крипов. Причем по максимуму. А в школе вы были троечниками, ребятки? Этот лайн я должен выигрывать. Этот лайн я должен выигрывать. У них тут соревнования, короче, по фермерству. Пацанов. Это должно быть изи на самом деле. Соревнования по фермерству — это по кайфу. А, мне крип, видели, цапнул еще. Мне интересно, кого тут будем задушивать? Куджа или Кунку? Куджа или Кунку будем душить? Или Кунка будет душить? Стоп, а что, на 83 можно топорик уже брать на Кунку? Не понял. Сейчас двоих будем добивать с помощью кучей. Хорош. Оп, отлично. Помансим пацану на миду. Нашему Есефиусу го вот этого разминать по чуть. Нормально, кстати, он меня тут может задучивать. Но я с помощью гиминейтов думаю раздамаживать его нормально буду. Хорошо, вон, обходит уже. С помощью гиминейта буду нормально тут раздамаживать его. Вот так вот сделаем. Что у него там тангусы просто. Кстати, гиминейты тут работают немного по-другому, нежели чем на 85-й карте. Они работают немного интересней. Давайте не будем давать вообще ему фарма. На Кунке. Лучше там гоняет, да? Я брейзлик хочу. Брейзлик хочу. Че на мой сэфа? Сколько золотишки? А, тут так не прочекаешь, да? У него 500 золота. Давайте быстренько возьмем. У него пока 500 золотых там. Можно взять. Сколько там золотых у него? 700. А, все, он реюзнул, да? Хорошо. Реюзнул. Я думал, чуть позже он это сделает. По курьеру. Че, Кунка, будем тебя фидить? Биват. А чё ты так подходишь? Ты что, бессмертный, что ли? Что, бессмертный, что ли? Джейстабр вообще на меня не агрится. Он на тараканов агрится. Это что, 83-я карта? Я-то думал. Что за дела? Что за дела? Почему не агрится? Сейчас я пойду даже встречи курьера этого. Пойду встречи. Хорошо, в рейзик. Отлично. А тут изи катка будет, ребятки. На этой катке вообще изи будет. Курьер влево-право, влево-право. Какунку можно схода, по идее, сапожочек я взял. Можно будет сходу. Ну, ману, хотя ману тратить не очень хочется. Сейчас будет подзарегениться. Надо будет его подзадрочить. Ага, найс, подзарегинилась мана. Хорошо. А че гиминейт не полетел? От гиминейт крисиной. Кто-то ТП сделал. Или этого, этот он срубил, да? По-моему, срубил. Криса, короче, на Кунке. Максимальная. Нормально, пока чилим. Ага, вот так, значит, да? Го, подушу тебя чуть-чуть. Дружочек. Хорош. Holy shit. Как говорится, да? Подзадушил. Ну, ну топ-фри. Если я даю ТП. Ну, чисто так. Сейф. Сейф, так сказать, сейф контроль. Напугать называется. Ничего страшного, пойдет. Я не было, если что. Маены. Ну такое, знаете, ТП чисто напугать. Вдруг пуч дальше будет давить. И я тут как тут, опа-опа. Фарм покушать хорошо. 83-я карта, ребятки. Если честно, максимально не устраивает она меня. Максимально. Старенькая, неприятненькая, невкусная. Как говорится, нифига там. Yes. Раумиете делает. Раумиете. Так, пуч, на топе пуджа надо пойти задушить. Но в этой катке хотя бы видно, что работает команда, ребятки. Mm-hmm.
Кунка там пришел душить. Там стики есть. Задушит, задушит еще на развороте, может. О, через крипа пробьет, ГГ. Через крипа пробьет, ГГ. Не пробил? Жесть, есть живой. Че, Пуджа там, походу, транквила. Видели, какой быстрый? Какой быстрый. Тут, кстати, на 83-й карте, знаете, как делают больше. Вот как помню, как в топ-ТБшках. Идешь пешкой. Пешкой. Не говорите, почему. Ну, не спрашивайте, почему я говорю именно пешкой. Пешком, короче, топаете. И дальше, конечно же, если вдруг какая-то заварушечка. Телепорты. Вот такие вот. И поможи, поможи, бабушки делаете. Тирак. Ладно, таракашек закину, не вопрос. Это что там такое происходит? Ух ты, кто тут еще? Лего ходит. А не, не стыдно тебе? На легионе так делать. Что тут происходит? Это иллюзии были, да, наверное? А, ну да. Хорошо. Иллюзион. Пойдет. Нормально на типе работаем просто и все. На типе. Это иллюзия или настоящий? Я тут не должен умирать. Не дает пройти ему. Жесть. Найс блок. Это просто ржачный блок был, отлично. Ой, ужас. Видели, это найс блок просто. Так, ну есть урна, работаем, ребятки. Вивер четверочка, получается, тройка четверка. Сейчас мы эту карту просто зарумим. Покажем вам 83-ю карту. Так сказать, топ ТБшку, да? Кунка тоже взял там. Вот так вот делаем. Жалко, мангусов нету, а чё пуч на топе делает, да? Фармит, сейчас мы ему пофармим. Сейчас мы ему пофармим. Можно даже чуть-чуть не дожидаться, пока зарегениваюсь. Можно сразу бежать туда и, так сказать, собирать, покушать. Он там еще остается, посмотрите на него. Чё делает таракашка? Оп, кусь. И нету пуджика. Гименейты раскачиваем. Кстати, кратенький гайд 83-й карты тогда сделаем. Да, раз я гайдер, считаюсь гайдером, то тут можно... Я обычно после раскачанных шипучей раскачиваю третий. Третий раскачиваю. И спокойно с третьим можно работать. Чем быстрее третий откатывается, то есть вы бежите, оп, третий откатился, тараканчик укусил, минус арморчик, плюс минус и уже ГГ. Next ПТ-шку сделаем, крипчиков побьем. Ну нормально, хардлайн я хорошо отстоял. ТПшки носим. Линка next. Там сейчас ПТ и линка. ПТ и линка. Хорошо. Ну, не хватает, кстати, мне на ПТ-ху. Можно будет хилку, конечно. Ах, не достает. Давайте попушим. Что делать? Там лего еще. На самом деле, рано радуемся. Это так, в гангах, знаете, типа в начале, да, тут еще как-то получается. А типа далее. Далее на самом деле. Будет, может быть, потяжелее. Сейчас по теху уже доколачиваем. Внизу что-то какая-то суета. Но мы тут фармим, спокойно стоим. Если что, на телепортах, как на 85-й, ребятки, работаем. Опа, внизу там весело, да? Ласт крипочек, ПТ-шечку берем. Ой, жесть, я, ну, не успеваю. Да я как обычно, если что, ребят, посты пофармлю. Прикиньте, если бы я раньше, типа, ну, среагировал, да? А давайте сюда пойдем тогда. Что делать? Он, правда, корабельщиков запустит своих. Оу, щит. Брат, ну ты чего? О, а я, кстати, умер. Наверное. Нет, еще живой. Еще живой. Че, Штор меня не убил? Захотел? Чикен Макнагетсы. Хорош. Ну я просто как таракан. Ну тут дихлофос надо, пацаны. Чисто дихлофос несите. Без дихлофоса тут никак. Какой левел? Шестой, но нету маны. А я, кстати, могу забрать его попытаться. Туи. Джи. Брат. Эй, Калаксона рулит, погнали. Чё, сколько у тебя там маны? Еще 200 маны, брат. Типа гименейты тебя задушат, дорогой.
Или нет? Или дан? Где-то здесь. Ух ты, как кайтит. Ух ты, блин. Что с этим штормом не то? Драго, хил даю, брат. И Фиди. Вени, Види, Виси. Вени, Фиди, Фиди. Опа, брат. Смотри, как умею. Ух, ничего себе, да? Хорошо, Вискет Суск. Есть, ультимейт есть. Гименейт раскачали. Так, ну Линочку, ребят. Ну Линочка. Ну Линочка. А где Войт все это время ходит? Амир какой-то, 5-й левел. Он лесок что ли колотит? Надо в лес ходить. А что здесь за дела такие? Что за дела такие, парни? Рутги на миду. Рутги на миду, парни. Хорошо было бы, если бы сейчас Войтстоун отколотил тут. В принципе, золото есть. Да, сейчас Войтстоун, ребятки, отколотим. От кого тут линка, спросите вы? От Пуджа надо линку, от креста, возможно, чуть позже. Он вкачает крестик на кунке. И будет, конечно же, неприятненько. Возможно, если сейчас тэшку заберу, вообще будет хорошо. Фига там СФ. Колдун просто. Видели, СФ что делает? Колдует. Если так колдун на СФе получается. Так, есть тэшка минусом. Я могу, в принципе, здесь засесть вообще и типа несите дихлофос. Если дихлофос не принесут, таракана не выгнать с кухни. Есть. СФБМ. Хорошо, кстати. Хороший выбор в этой карте. Знаете почему? А я знаю. Так, а тут Вайтстоуна нету, да? Понял. Ясно. Удалите 83-ю карту. Уважаемая администрация Айка, попрошу вас удалить 83-ю карту. Ай-яй-яй. Там Бальтазар. Мегакилл делает. Мегакивил. Погнали. Если сейчас к ребятам придут 12-м, жесть, мы их там выигрываем. Изикатка. Изикатка. Так, а как тут можно пройти, чтоб меня никто не запалил? Крипов уже давно нету. Пешкой иду. Пешкой. Ребята, а я пришел подраться. Кто здесь хочет подраться? Оп, вот так вот будем их дамажить с шукучей. Это ее помнит, я мановость третьей карты. Забавная хрень. Почему так работает, непонятно. Ускорение. Так, хорошо. Персик есть, можно поесть. Отлично, на топе крипуля есть. Поста. Крипуля на топе. Зарегеним его. Слишком много крипов. Есть, киллерби. Понимаю. Понимаю, ну пойдет. Главное забрали, ребятки. Два ассиста, ничего страшного. Бедолага на шторме. Внизу лего. Таракашки нету. Таракашки нету. Там еще шойд. Шойд там еще. Гоу по топу. Сейчас так глядишь, я линку выколочу. Линку выколочу. Хорошо. Линку выколочу. Так, есть. На миду какая-то суета, да? А чё бы и нет, погнали. О, фиссура, по-моему, перекрыл, да? Хорош. Ля. А Б и С. Опа. Сейчас старайн будет еще. Дай газану немножко. Газану немножко под тэшку. Пойдет. Джаггеры, джаггеры. Че шторм, брат? Уписився. Хорош. Держи урну. Шторму немножко не повезло. Команда нубов, да, тут можно сказать. Но нет. Какой-то дикий дисбаланс на самом деле получился. У нас состав команды очень лютый. Очень лютый состав команды. Бальтазар пока курит на скамейке запасных. 13 левел у меня тоже, как и у Бальтазара, в принципе. Отдушиваем. За Spider Kingdom, как говорится, за паучков. А, гименейтом не удалось добить. Так, это можно арбу взять. Но вместо чего? Вопрос. ТПшки выкидывать? Нет.
Лучше ар... Ага, я хотел тут арбу купить. Вы поняли, да, почему я говорю, хочу арбу купить? А, сори, тут орбы нету. Извините, это 83-я карта. Играйте 85-ю, ребятки. 85-я, она хоть и есть какие-то баги. Да тут тоже багов очень много. Тоже очень много багов. 83-я тоже она такая. Веселенькая. Жесть. Жестко. Хорошо. А в спине что у нас за гей-парад устроили? О, так это GG. God-liked. God-liked. Дайте я ему вот такую штуку дам. Хорошо было бы, если бы сделал бы. Holy shit. God-like, holy shit. Говорится, good like, holy shit. Хорошо. Вот сюда, там пуш по любе. Так, таракашки 4 есть. На топе много фарм. Ух, там шойт вышел, кстати. Момчик купил, ничего себе. Момчик шойт, это страшно. У меня уже линка есть. Линка есть. Так, ну линочка на базе. Линка. Где тут шойд? Нету шойдов, да? Понял вас. Как слышно? Так, ну куру ждем. Куру ждем. Шойд поменял, возможно, позицию. Ушел куда-то. Слиться, наверное. Контроли. Let's go. Поможи делать, бабушки. Ну, горе. А линка тут офигенно заходит, кстати. А не, бро, ты куда? Еще гименет сейчас полетит. Holy shit. Хорошо. Но это чисто имбово. Джаггера давайте жопу помажем. Кому там кура должна была идти? Все. Пока что задушиваем, нормален. Погнали сюда. Let's go. О-о-о-о. Хорош. Прошлая катка, да, какая была и какая вот эта, ребятки. Сразу чувствуется, да, что команда играет. Команда играет и сразу чувствуется совсем другой баланс, ребят. Ну, серьезно, согласитесь. То есть прошлая катка, если на Клингде была тупо 1x9. Инви. Инвизик там. Ребята там камбуцкают. Что next там? Попробуем Радиен взять. Типа 19-я минута, конечно, не лучший тайминг. Ну, типа, если я сделаю, то где-то 25-й. Посмотрим, может, вообще Тараску. Что-то такое. Башер на вивере сделаем сейчас. Ух, сейчас юлить будет в лоу хп. Да. Чуть-чуть в тайминг, кстати, не попал. Чуть-чуть. Рука не набита, наверное. Ну, нормально, все равно убил же, убил. Пойдет. Манту надо, парни. Манта. Говорят, манта на 83-й карте, это имба. Давайте докажем, проверим. Ну, вот на самом деле она рили имбовая. Манта. Рили. Парни, тут бесспорно. Знаете почему? Потому что подготовление манты здесь, когда вы нажимаете, намного быстрее идет. Намного быстрее, ой, намного быстрее, она идет менее быстрее, то есть есть вот это фейт тайм, такой тррр, время подготовки такое, знаете. Там пацаны дерутся, я бегу. Я бежу. Я бежу. Таракашками не попадаю. Сори.
Эльза это отдельный вид людей, которые играют в доту. Тупо, знаете, такое. Я даже не понимаю, откуда она в целом вообще. То есть я даже не представляю девушку, которая заходит и играет в доту. Вот Эльза это игрок, который отлично отыгрывает, отлично понимает эту игру в целом. И я не понимаю просто, почему девушка играет так в доту. Просто рили не понимаю. Типа, я видел много, типа, знаете, ну, игроков D1, там даже вот касаемо именно про-игроков, которые действительно, ну, что-то как-то вроде и играют, но не так понимают игру. Она отлично четверку, хорошо на коре может сыграть, вообще пушкой. По-кошерному плеет. И сейчас на риле достойный геймплей. Достойный геймплей, серьезно. Ребятки, стремитесь к этому, чтобы такой геймплей делать, чтобы понимать игру настолько хорошо. Там посмотри, что происходит. Так, ну меня тут не убиваешь ты никак. Я еще могу погрызаться. Тараканами не попал, ну да ладно. Го-го-го. Биемы, да пофиг на твои биемы. Хорош. Пушку кает, жесть просто. О, найс хилка. Погнали по пушам чуть-чуть. Респект. Я не хочу сказать там кого-то обидеть, нет, но она действительно очень хорошо играет. Вот это вот ЕС, вот этот игрок. Девочка играет. Очень хорошо играет. Очень хорошо играет. Может любому из игроков дать хорошенькую такую взбучку. Серьезно. Я помню, как она меня хейтила на бойнике, я играл на Свене. С Бальтазаром попался. Ну, вернее, попался против Бальтазара и против нее. Она бегала всю игру за мной. На бойнике хейтила меня. А это было, конечно, стрёмно. Это было стрёмно. Ух ты, нифига себе. Попало. Попало кораблем мне. Го низ. Низ, мне кажется, прям по кайфу будет этим. Типа тут сейчас стоять будем и такой себе. Могут повыхукивать просто. Вот там. Почти маента есть. Я в этой катке ни разу не должен умереть просто. Ну, это почти невозможно. Че по левелам, кстати? 17 левел. Нормально, с мидером тоже 17 левел. Отлично. Отлично. Я пока низ подпушу. Не вижу смысла там стоять, где они стоят. Я низ просто пушану и все. Так, пуш, дагер, да? Брасер, дагер. Хорошо. Почти маента есть. Спросите, а зачем тут манта? А же вы спросили, манта это залог успеха, если что. Манта это залог успеха. Хорошо. Дихлофос купите, тараканы на кухне. Тараканчики на кухне, ребят. Это жесть. Просто задушено, я не знаю, ну, оверсайзно, так сказать. А, даже GG. Это GG. Это GG. Это GG. Приятно, на самом деле, в такой команде играть. Кто бы что ни говорил, но эту игру мы понимаем. Пуч, найс. Пуджик, брат. О, щит, нормально. Нормально, 24 минуты, да, катка? Казалось бы, простенькая каточка, да? 24 минутки, ну пойдет. Сыграли, задушили. Задушили раков, да, получается? Что раков задушили. GG. Кинг за гами. Спасибо. Дай за стилю.
Спасибо. Спасибо. Ети что, рак? Ети рак. Спасибо. Я написал спасибо. Спасибо. Спасибо, я написал. Нормально я написал, да? Как настоящий. Хинозес. Дарил хинозес. Так, но в этой катке я ни разу не умру. Вы помните же, я говорил. В этой катке не варик умирать. Джага там фидонит. Фидонит. Джи-джи, тэшка минусом. Хорошо. Джага, беги, дорогой. Беги. Джага не добежал. Поткнулся, упал. Встал, отжался. Хорош. GG, ну эта партия, так сказать, ребятки, закончит. Оо! What the fuck? Он просто так кастует ульт, короче, и тут этот ТП-шится, шторм летит. Жесть, вот это рандом, конечно. Опа, задушено. Опа, задушено. Жесть. Вот это да, конечно. Не умирай, умери от урни. Эх, не хочет. Души ливеров. Хорошо. Хорошо. GG. GG. Ну, эта катка, конечно, ляша делает. Вуху колу вот такие. Вот это 83-я карта. И ждай за душу, да? GG, ребят. В общем, не забывайте, что можно посмотреть другие видосики на канале, конечно же, с Бальтазаром. Ребятки, спасибо всем, кто посмотрел это видео. Не забывайте, что других видосов очень много тоже. Ну и, конечно же, подписывайтесь на Бальтазара. Давайте добьем ему 200к, если кто-то не подписан. Такой у нас есть игрок, Бальтазар. Ну и на этом все, ребятки. Все, все. Не забывайте, что прошлую каточку на Клинкзе вы можете посмотреть по описанию, в описании и по ссылочке. Вот, вот здесь, по идее, сейчас уже выскочит. На этом все, ребятки. С вами был Ксназ и до скорого. GG.